Сегодня утром появился твит офиса президента, что скоро последуют хорошие новости. Я не знаю, они последовали в Киеве. Нам-то в Вашингтоне уже известны эти хорошие новости. Я могу с вами поделиться. Давайте. Но это успехи фактически на всех участках фронта. Это перерезана полностью дорога, если говорить о Луганской, между Каменной и Святого. Отброшен Пригожин от окраин Бахмута. Он там захватил какой-то плацдармик, какой-то завод. И идет продвижение под Херсоном тоже. То есть наступление украинской армии набирает обороты. И вот час истины падение Херсона близится. Тут два вопроса. Решится ли Путин вот на такую безумную акцию, которую он психологически готовит? Ну, понимаете, вот эти, вы говорите, кто поверит? Да они знают, что никто им не поверит. И все это делается как подготовка для российского общественного мнения, что проклятые украинцы хотят взорвать дамбу и бросить бомбу. Это они сами собираются делать, чтобы прикрыть сдачу Херсона, заменить тему сдачи Херсона темой чудовищного злодеяния украинских властей. Вот такие планы. Ну, так они планируют, но это уже такие заговоры обреченных, мне кажется.